Первый день гонок прошел достаточно хорошо. У нас провели 4 гонки, правда, была небольшая заминочка с организацией. Вот, нам пришлось ждать нашей 4-й гонки около 2 часов. Вот, ну а в целом неплохо, хороший ветер, очень хорошие погодные условия, хороший наст. Вот, и в целом борьба очень интересная. Первые 2 дня достаточно проходят на хорошем ветру, и мы, ну, я лично пытаюсь показать максимальный результат именно в каждой гонке, потому что это для меня очень важно. А что касается следующих дней, которые будут проходить именно по очень слабым ветровым условиям, то мы будем надеяться, то, что нас не будет сильно мучить судьи, и мы просто будем сидеть в ресторане и пить кофе и смотреть, как ничего на льду не происходит, вместо того, чтобы бегать с кайтами по дистанции. Я вчера провела не очень хороший день, так как был очень сильный, ну, для меня был сильный ветер, я не могла поменять на маленький кайт, потому что мы его оставили в отеле. А так, вчера я поняла, что я могу ходить в такой ветер на 15 метрах, ну и мне понравилось. Мне очень нравится слабый ветер, так как ну, в Питере он чаще всего бывает, и я в нем, благодаря большому кайту, могу хорошо идти.